Всем привет! Давно не виделись. С вами снова я, Андрей Щапов, композитор, аранжировщик и музыкант. Мы находимся в моей студии. Вот, в студии я ненадолго, поэтому по-быстренькому мы сейчас с вами пробежимся по искрометным исполнителям 50-го сезона Golden Time Talent, нашего юбилейного сезона музыкального. Ребята были очень талантливые, участники были потрясающие, на самом деле все понравились очень. Были, конечно, и курьезные работы, наверняка мы в скором времени по свободе сделаем обзор самых трэшевых и самых зашкварных работ, которые присылают нам участники со всего мира. Но это в скором будущем, а сейчас мы остановимся на тех звездочках, на тех пылающих светилах, скажем так, которые растопили сердце меня как участника жюри, как музыканта, которые поразили своим мастерством и которым я поставил наивысшие баллы, которые хотелось бы отметить. Итак, первый участник, которого я хотел бы вам представить, это Алихан Нурлибек. Это Казахстан, это поп-вокал. И когда поет Алихан, Димаш плачет крокодильными слезами, потому что этот парень действительно выдает вещи, и в этом вы сейчас убедитесь. Итак, Алихан Нурлибек. Следующая участница – это Куралай Мейрамбек. Эта девушка тоже поразила своим великолепным поп-вокалом. Она профессионал. Это уже готовые артисты, вот, которые наверняка имеют своих поклонников, своей аудитории. Но, тем не менее, не могу и пройти мимо и я, и поэтому ставлю вам это послушать и оценить самостоятельно. Ой, сейчас вы познакомитесь с уникальным артистом. Я люблю артистов, которые, знаете, вот не похожи на остальных. И Адриатик — это парень из Польши, который является тоже уже готовым, сформировавшимся артистом. Я думаю так, что у него большое будущее. Это Адриатик, и слушаем его композицию. Are you far away from home, this dark and lonely night? А сейчас вы познакомитесь с Олесей Медвежук. Это джаз-вокал, это тоже Польша. Это потрясающая девушка. Вот так, наверное, поются джазовые песни о любви. Наверное, так. Поэтому слушайте и кайфуйте. Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star. And I said, constantly in the darkness, where's that at? Ну а сейчас это будет что-то просто крышесносное, потому что следующий участник — Айджан Бахашева, играет на домре так, как не играет никто другой. Послушайте и оцените. Ну и напоследок немножко молдавской этники от Александра Галацана. Это потрясающий оркестр, который лучше послушать, чем об этом 100 раз говорить. Это Молдавия, это моя любовь, это просто потрясающе. Ну что ж. Участвуйте в нашем конкурсе. Это потрясающий шанс быть замеченным. Это потрясающий шанс на всевозможные скидки, которые предоставляют вам те же судьи. Даже вот моя студия предоставляет 50% скидку на продакшн участникам конкурса Golden Time Talent, победителям этого конкурса. Поэтому, друзья мои, не стесняйтесь, присылайте вам наши работы. Вы будете оценены экспертами, и, возможно, это будет толчком для вашего музыкального будущего. С вами был я, Андрей Щапов.